Рыбный день сегодня на Новомариинском водохранилище. На волю выпустили 7500 мальков-толстолобиков. Рыба эта хитрая, на крючок рыбаку не попадется, но для людей очень полезная. В питьевом водоеме Екатеринбурга толстолобики будут работать санитарами, следить за чистотой воды. За тем, как мальки отправились в большое плавание, следила Анжела Брик. В большое плавание под Ревдой отправляется 7500 толстолобиков. Годовалые мальки перебрались в Новомариинское водохранилище на ПМЖ из Рефтинского рыбхоза. Чтобы дальний переезд молот перенесла без потерь, ее перевозят в баках с подогревом, а в воду беспрерывно подают кислород. Толстолобик – это рыба, которая в естественных условиях она не воспроизводится. То есть, ну, поэтому практически надо ее периодически, скажем, ею зарыблять. Она потребляет фитопланктон, то есть она чистит воду. И очень серьезно чистит. И при этом растет еще как бы со свистом, то, что называется. Толстолобики будут защищать Новомариинское водохранилище, один из питьевых источников Екатеринбурга, от зарастания и цветения. Ведь эта рыба поедает планктон и водоросли, а их в водоеме достаточно. Уже через несколько лет мальки значительно подрастут и достигнут веса в 20-30 килограммов. Рыбаки этой породе не страшны. На удочку поймать толстолобика невозможно. Не опасна и холодная уральская зима. В холодную погоду рыбы не кормятся, они залегают, так сказать, в каких-то местах глубокие и перезимовывают спокойно нашу зиму. То есть обмен у них на самом низком уровне, поэтому с ними ничего не случается. Зарыбление Новомариинского водохранилища проводят уже во второй раз. 3 года назад сюда запустили мальков «Сига». Результаты не заставили себя ждать. Я могу сказать, что конкретно уже, значит, именно по Новомариинску «Сиг» уже подрос, его уже ловят. Это мне, мои работники, ну их тут уже никак не, как сказать, не подделаешь это ничего. То есть уже отрапортовали, что эта рыбка клюет. То ли еще будет, ведь на этом зарыбление Новомариинского водохранилища не закончилось. Уже завтра в воду здесь выпустят еще 2500 мальков толстолобика и 20000 сазанов. Анжела Брик, Влад Колупаев, главные новости Екатеринбурга.